Мне не посчастливилось бывать в Пентагоне, но я думаю, что это очень секретный объект. Тем не менее, про него все знают из-за того, что у него такая форма пятиугольная. Так вот, Пентагон, он это и значит, значит пятиугольник. И с этим корнем pent, который из греческого значит 5, есть целый ряд других слов, которые вам могут пригодиться в английских экзаменах. Например, pentatonic scale — это пентатонный звукоряд. Это значит, что эта звуковая дорожка содержит 5 ступеней в пределах октавы. Вот я сам недавно это узнал, и довольно интересно. Кроме этого, пентатлон, то есть пятиборье, это олимпийский вид спорта, который включает в себя и плавание, и езду на лошадях, и другие элементы. А также есть декатлон. Флон это значит не слон, а значит борье, то есть состязание. А вот пент это 5, а дек это 10. Из интересных слов есть еще Pentateuch. Вот, обратите внимание, как оно пишется. Pentateuch значит пятикнижье. Это указывает на Ветхий Завет, и пятикнижье входит, ну, включает в себя такие книги Библии, как Бытие, затем Исход, Левит и какие-то еще. Я, честно говоря, не очень сильно в этом разбираюсь, к сожалению. Pentameter — это значит пентаметр, такой стихотворный размер. То есть мы стихи меряем с помощью этого измерения. Например, есть iambic pentameter, ямбический. Последнее из слов, которые стоит рассмотреть в этом видео, это Pentecostal. Pentecost значит пятидесятница. И это не только в христианстве есть различные течения, которые называют себя пятидесятники, пятидесятническая церковь. Пентекост, пятидесятница. А к чему он относится? 50-й день после Easter, после Пасхи. Имеет особое значение для пятидесятников, поэтому они так и назвали свою церковь Пентекост, то есть пятидесятница. Это, пожалуй, и все насчет таких вот полезных слов, которые содержат корень pent. Спасибо, что смотрите.